Компания «Арборист-33» занимается обрезкой деревьев на высоте, кронированием и удалением старых веток. Профессиональные сотрудники выполняют работы любой сложности. Перед распиливанием и подрезкой предварительный осмотр объекта. Основная проблема здесь – это провода, гирлянды, я так понял. Это сама древесина достаточно такая, и не вязкая, и не хрупкая. Компания «Арборист-33» работает в сфере благоустройства уже 3 года. Санитарная подрезка, а также ликвидация аварийных деревьев. Эти услуги актуальны в нынешнее время, говорят специалисты. Жители региона все чаще обращаются за помощью к озеленителям, особенно если речь идет о деревнях, селах и коттеджных поселках. Мы стараемся не удалять деревья полностью, если они этого не требуют. Мы стараемся кронировать, подрезать лишние ветки, сухие, аккуратно приводим внешний вид. Вот. Дерево удаляется только в крайнем случае, если уже вообще выхода никакого нету, есть большая угроза его падения. Но просто так спилить дерево под корень никто не даст. Для этого необходимо разрешение собственника земельного участка. Если земля муниципальная, то нужна бумага от городской комиссии по охране зеленых насаждений. Аварийное дерево находится во дворе, тогда надо согласовать работы с собственниками и управкомпанией. Что же касается обрезки веток и кронирования, то на это разрешение не требуется, говорят озеленители. Преимущество компании «Арборист-33» в том, что там работают альпинисты. Они могут добраться до тех объектов, которые недоступны для автовышки. В арсенале профессиональных пильщиков специальное снаряжение и качественный инструмент. Пила подбирается как по дереву, то ли береза, то ли липа, тополь и по размеру. Есть самые легкие, это куда с большой пилой не дотянешься, и слишком нагрузка велика. Поэтому она используется на самом верху. Без вспомогательного оборудования никуда, говорят озеленители. Вот это спусковой механизм. С его помощью ветви и части спильного ствола спускают вниз. Заказчик требует, чтобы у нас газоны, у нас газ, у нас водопровод, у нас провода электрические. Все это берегут, и поэтому в 95% случаев мы спускаем все вниз непосредственно на землю. Таким образом, специалисты «Арборист-33» ликвидировали аварийную 32-метровую сосну в Ковровском районе и подрезали ветви у тополя в Суздальском. Древесный мусор, который остается по завершению работ, специалисты либо вывозят, либо оставляют заказчику по согласованию с ним. Более подробно с услугами компании «Арборист-33» можно познакомиться на сайте организации, на страничке в соцсети или по телефону. Там же можно узнать информацию по расценкам на различные виды работ.